знаю, опасен ли этот комар, но у нас в детстве его называли малярийный. Ща. Вот это хренотень собачья, да. Я уже... Блять, чуваки, я уже знаю, что скажут люди, которые... говорили о том, что у тебя, блядь, дома происходит, пиздец. У тебя то мокрица, то, блядь, какая-то гусеница, то мотылек, то бабочка, то и ночная бабочка, то еще что-то. Что у тебя, сука, дома происходит? Я не знаю, ребят. Вот опять что-то происходит. Малярийный комар теперь происходит. Сейчас мы, конечно же, его, наверное... Также экспроприируем у матушки природы. Что останется делать? Конечно же, его придется словить. Может, не получится. Ой, блядь, сука. Блядь. Ах ты, пидор ебаный. О, давай лети сюда, мразь. О, слава богу, что он под этим, под потолком летает. Получается, его легко будет словить. Ща. Блять. Падаль. Ебучая мразь, скотина. Сейчас, блять, в угол сядет. Ублюдок. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Я тебя сам трахну, ублюдок. А, есть. Так, есть контакт. Есть на жопе шерсть, так сказать. Так, выбираем. Эники, беники, съели вареники. Значит, этой. Хорошо. Хорошо. Через крышку. Наверное, засунем. Блять! Очень жесткая крышка. Что поделать? Ебать. Стресса ей добавили, ебать. Сука. Это пиздец, чокнуться можно. Так. Да. Она вообще не одупляет, что за херня происходит, бля. Бедная, бедная. Так. Так, какого хера у нас зум стоит, я не понял. Вот уже не стоит. Так, так, так. Кстати, я одному парню обещал привет передать. Дарк Вейдер, привет тебе. Да, да, чувак. Парень в школе учится, хочет стать программистом и ютубером, ну вот, так сказать, это хорошо, да. Кстати, меня спрашивали там, зачем, какие цели я преследовал, выкладывая видео, я отвечал, что так вот просто выкладывал, потом почему-то это стало немножко кому-то нравится, ну, короче, это, вызывать какой-то интерес, да. Поскольку это стало вызывать интерес, я хотел, чтобы это еще вызывало у людей интерес, и дальше стал выкладывать, как бы, такое дело нормально. Вот, но почему-то я заметил, что сегодня, когда я выкладывал 7 видосов сразу, да, то у нас почему-то даже пошли отписки. Ну, это как бы такое дело, я даже не знаю, с чем это связано. Пошли отписки, потому что там, видимо, не только скалухи были, но и что-то другое. Ну, не знаю, короче. Пусть опять там ебенит своими крыльями. Жесть вообще. О боже, там что за движение? Так. Ну давай, вали его нахер уже. Да что такое, блядь, боится его. Чокнуться можно. What a fucking bitch. Ща. Нет, дела не будет. Дела не будет. Так.
Что тогда остается? Сюда его, наверное. Захеренить. Как же, блядь, меня бесит уже этот террариум. Еле открывается, реально. Блядь, опять этот открывать надо, жесть. Сейчас заусеницы пойдут. Сука. Еще раз. Блядский террариум. Мне это напоминает звуки, как в старом, блин, Quake 3, по-моему, когда по нему кто-то ебенит, и он... Вот так вот. Так. Пусть он упадет. Что такое, блядь? Во! Есть контакт с землей. Жесть. Мне почему-то хотелось посмотреть, как он будет вот так вот над потолком летать, короче. Она будет за ним вот так вот херачить, в воздухе его поймает. Но, к сожалению, этого не произошло. Наверное, потому что они просто не едят комаров летающих. Это, может, там лягушки едят. Это там какие-то всякие хамелеоны и прочее. Ну, вот эти... Их не едят, возможно. Ну, ничего страшного. Поделать нечего, что ж поделать. Так, что тогда? Будем как-то ускорять, форсировать процесс. Конечно же, форсировать процесс — это наше любимое дело. Форсировать, конечно же, форсировать процесс. Куда же без этого? Так, я пытаюсь просто сделать, чтобы было... Усик. Вот так вот усиком ее трогать. Чтобы она думала, что это комарчик ее трогает. Ой, больше такое творится, бля. Что творится? Хотя, в принципе, можно одной этой бумажкой трогать. Ой, блядь! Ебать, поймал на лету его, жесть вообще. Может, ему немножечко помочь успокоить его крылышки чуть-чуть? Я не могу это сделать на... Сейчас мы его просто возьмем за крыло и дадим прям лично. Кормление с рук. Смотрите, кормление с рук. Даже не с пинцета, а с рук. То ли не голодное, то ли я не знаю. Прям над ним идет. Да, скорее не голодное. Сейчас опять будет зарываться в землю. Так, у меня есть идея. То если его там пошевелить сейчас, пусть она думает, что там что-то есть. Пошевелить там ей лапки, короче. А тут сто пудов, блядь, сейчас уверует, что там, значит, что-то есть. Или не уверует. Да ё-моё, какого хера она опять зарывается в землю? Страус, что ли? Фак. Вылазит нахер. Да не они, не вылазь. Останься.
Так. Пусть в угол ползет, короче. Сейчас, может, нащупает его, блин. Малярийный комар, реально, ты позволишь мне сидеть в комнате с малярийным комаром нахер? Кстати, кого-нибудь кусал такой комар вообще? Меня ни разу. Ну и чтобы этого сегодня не произошло, я предпринял определенные действия. Вы их сейчас видите на наших экранах. Да, ты не гони, не вол... А! Почти, почти был укус, но не было, не было. Не было. Ой, ебать, да куда ж ты лезешь? Надо вылазить. Короче, наверное, придется опять его там оставлять. Придется опять оставлять, ну что поделать. Скажи, проходит ей похеру. З-з-з-з. Типа з-з-з, тут у него з-з-з. Нихера, нихера. Ноль эмоций. Фак. То ли для нее непривычна вот эта вибрация. Крылиная вот эта. Ой, еба! А, чё делается, блядь? Еба! Чё сейчас было, блядь, пацаны? Вообще не понял. Ой, еба, да что ж такое, блядь? Да чё, она не поняла, чё за херотень тут же... А, сука! О! Я, кажется, коснулся прям ее этой ногочелюсти, только что пальцем. О, жесть. О, сразу спать перехотелось что-то. А, жесть, нормально. Эта хрень так здорово адреналинчиком заряжает. Fucking bitch. Да. Сука, да что такое, Ива? Ладно, придется оставлять его, наверное, там. Жаль, мы не увидим процесс кормежки. Не увидим, блядь, его. Ну, что поделать, ебать, он зарылся уже как скалуха. Под грунт, блядь. А, жесть. Чё с ним такое, гляньте, блядь. Чё он дергается, блядь. Что такое, и почему он под землю пошел? Думаю, пора, уже как бы эволюция прошла с тех пор, как их занесли в учебники по биологии, ну, в биологические справочники под одним именем, уже надо им присваивать имя землеройка. Вот. Это уже не комар. Комар малярийный, блядь. Хотя он по-любому не малярийный, потому что малярийных у нас не водятся, в Африке они водятся. Это просто какой-то комар, но я не знаю, какого вида. Не знаю, потому что не интересуюсь ими пока. Комаров я точно разводить не хочу. Да уж. Постоянно роет, роет что-то. Это хорошо, мне нравится. Я никогда их не видел в амплуа. Вот именно ройщиков. Это же круто. Смотрите. Идет добыча еды, по-моему. Хотя нет. Просто был... секундный, полусекундный интерес, доли секундный интерес, и затем он куда-то пропал нахер, да. Как же так? Ничего не поделать. Заставить мы ее не можем есть. Блять, а этот все там колбасит, зарывается в могилу. Он, походу, зарывается, потому что боится. Хотя это, конечно же, шутка. Да. Ну, как видим, ой, бать, он там, уебать, да что ж такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что такое, блядь, делается, а? Че, блядь, за хуйня вообще творится? Зарывается в землю. Сука. Так, давайте, ребята, что-то решайте уже. Мы тут не можем полночи за вами наблюдать, как вы мирно сосуществуете. Давай, чё ты? Находи добычу и жри её. Правильно мыслишь, чувак. Или чувиха.
Ну, блядь, ну там же что-то движется. Какого хера ты этого не понимаешь? Скорее не хочешь понимать, что там что-то движется. Видимо, аппетитика уже нет. Конечно, она, блядь, сердце заебашило дня три назад. Об этом был видос. Ебать, сердце. Весом, наверное, как с нее. Хотя меньше, конечно, нее, но все равно. Наверное, просто пока не голодна еще. Подождите, это она сегодня съела кого-то? Подожди, мокрицу. А, нет, не она. Все. Что-то происходит. Я даже не верю, что она его там уже ебашит. Да, как я и говорил, ничего не произошло. Просто там хотела в этот момент там порыть ямку. Чувак бедный себе могилу вырыл уже. И прикинулся, что он мертвец похороненный. Чтоб она его не уебала. Но все это зря, потому что он ей не интересен. Да уж. Так. Опять роет землю. Да что такое? Гляньте, что творится. Ё-моё. Прям клубни земли как-то берет своими многочелюстями и обратно их сует. Такое ощущение, что хочет вырыть яму. Я знаю, почему она хочет, потому что на нее сейчас прожектор светит от моего телефона. И она хочет спрятаться от солнца. Якобы от солнца. Для нее это солнце. Она думает, сейчас день и хочет спрятаться. И вот, в принципе, спряталась. Как страус голову засовывает в этот, в землю и все. Ебать, я вижу ус, вот он уже. Капец какой. Что вот эта ситуация? Эта ситуация, как говорится, наша как бы юрисдикция, она вот здесь уже как бы все. Соло, наверное, этого братка оттуда. Соло, браточка. Пусть его там на память останется, видимо. Батя, что видео зеленым становится, когда я вот так палку делаю? А так сразу желтее. А ладно, нормально. Чувак, мы знаем, что ты не похоронен еще, ты еще живой. Достал, вот он. Достал. Ну, будем считать, что... Сердечный пир для нее пока еще не... Сердечный пир пока на нее повлиял. From a destination. Насмотрелся фильм «Настоящий детектив», точнее сериал. Он как фильм почти. Батина там вибрацию ей создает. Точнее, он создает ей вибрацию. Бедная животинка не может понять, что это такое. Малярийный комар. Ну, мы его так называли. Может, ему надо крылья было оборвать. Но я не смогу этого сделать на видео, потому что... О, блядь, мокрица валяется, ёбаный. Да, не смогу сделать это на видео, а то опять жестокое обращение с животными, блядь. Проявление экстремизма. Сука. Жесть вообще, блядь. Во-во-во. Видели, я потрогал ее. Это она подумала, что здесь насекомое. Я думаю, ее смущает вибрация от крыльев. Не нравится ей эта хрень. Сука. Малярийный комар. Наверное, видео назовем «Съест ли скалопендра малярийного комара?» Жесть! Хотя какое, в каком месте он малярийный, я не знаю. Почему так называли его в детстве? Все детки. Хотя мотылек-то тоже вибрацию создавал и летал. Не знаю.
Честно, мне эти всегда комары напоминали какого-то пьяницу. Длинные ноги, неповоротливый, слабый какой-то. Реально пьяндыла, гляньте. Ну, валяется бухой. Бухой от тел. Ебать. Ебать, она в землю подумала, что это добыча. Видели? Вы видели, блядь, что произошло? Она только что схватила его как добычу, подумала, что это живое. Ебать. Походу, ей скучно тут живется вообще уже. Она это, обезумела уже. Жесть. Гляньте, грызет пол. Чувствую, надо и песочка хотя бы насыпать. Хотя нет, надо за земелькой сходить. Вообще охуенная тема, мох. Вот честно, блядь, я реально не поленюсь. Найду места, где мох растет прямо вот на возле деревьев. Во-первых, это живое будет. Во-вторых, сырость постоянно будет. В-третьих, его ж как бы будем увлажнять, и будет охеренно. В-четвертых, она будет под ним сидеть. Короче, мох – самая классная тема. Конечно, можно купить в зоомагазине этот торф, что еще, кокосовая стружка. Но она как-то некрасиво, эта стружка выглядит. А вот мох реально красиво, согласитесь. Лишайник, мох – это очень круто. Вот именно вырезать, замеры сделать, вот так вот, ширина, короче, длина. Вырезать такой квадратик, вот где на дереве, знаете, на северной стороне. И вот так вот, короче, такой квадратик, как газончик вырезают, чтобы положить на футбольные поля. Мы также мох вырежем. Да, классная тема. Единственный минус будет то, что если она будет под него прятаться и там сидеть, мы ее не увидим. Ебать, да что такое? Гляньте, гляньте, что такое творится? Какого хера она хватает эту землю? Жесть. Так, ну что, комара, походу, будем оставлять здесь, как он и был. Да, а потом, как мы уже, как я уже делал, просто через там час-два покажу результат. Бать, она, походу, совсем уже обезумела, грызет стены, просто хочет вылезти. Весна, походу, ебаться хочется, конечно же. Я понимаю. Так. Тем более, это, походу, самец. Ну, так, процентов на 60 вероятности. Нет, не процентов на 60 самец, а процентов 60 вероятности, что самец, да. Да, в общем, вот такая хрень. Будем, наверное, с этим видосом завязывать. Тут ничего нового. Хотя сейчас кое-что попробуем сделать. Заебало меня этой вибрацией, короче. Немножко. Ебать. Теперь похож на водомера. Ну, знаете, таких. Немножко подкумарило меня этой вибрацией. То, что скалуха его боится. Это не дело, ребята. Тем более, я хотел сейчас вам показать как бы момент атаки. Вот. Согласитесь, это уже будет не то, если я буду через час, блядь, показывать результаты. Съеденные лапки и прочую хуйню. Зачем это? Мокрицу придется выкинуть скоро. Хе-хе, блядь. Странно, странно. Ебать. Похож на какого-то глиста, блядь. Вот это его брюшко похоже на глиста ебучего. Фу, дерьмо. Иначе-то пригорюнилось. Давай уже, ебани его, и мы пойдем все спать дружно. Не заставляй народ ждать вас, блядь, твоего тут решения. Ну чё, блядь, ещё и это? Ты пиздец. Похож на какого-то балеруна, блядь. Жесть, блядь. Капец, блядь, ебучий. Ой, ебать. Ох, ёбаный. Балерина, блядь. Жестяк.
Я думаю, дела не будет. Тут будет, блядь, эти этюды выписывать до утра. Давай, блядь, как в том фильме. Давай, сука, покажи нам пару чертовых па. Вот он эти па показывает, блядь. По шоссе, блядь. Сука. Да, она вообще опять пригорюнилась. Типа думает, блядь, жизнь говно. Жизнь дерьмо, реально. Эх, не расстраивайся. Надо ей купить новых этих экспонатов. Этих, блядь, личинки какие-то есть, вот такие длинные. Надо будет их прикупить им. Что-нибудь, блядь, зоомагазин найдем поближе где-то. Во-во-во. Последний заход, который не увенчался успехом. И пиздец, короче. Комар, блядь. Комар, не кумарь. Реально, ля-ля-ля. Он от него гребет, как этим, блядь. Брасом. Не, не брасом. Что это за стиль, блядь? Это пиздец. Видели, как медуза, блядь, так уйдь от него, уйдь так. Уходит, как медуза реально, блядь. Что, ее, блядь, с рук кормить или что? Во-во-во-во. Блядь, у него лапы длинные. Блядь, он уже и в рот идет, а ей похуй. На этой ноте пока мы заканчиваем, а там посмотрим.